Они – будущее России. И о том, чтобы их завтра было успешным, мы должны позаботиться сегодня. В День защиты детей участники акции встретились с одаренными ребятами Чуваши. Я хочу в будущем стать педагогом. Я хочу стать чемпионом мира по спортивной аэробике. Они спортсмены и творцы, мечтатели и реалисты умнее Гугла и Википедии. А главное, уже сейчас идут к цели, отдавая все свободное время любимым занятиям. Это кувшин, я его сделала сама. Я также покрываю его глазурью. Это настоящий дом детского творчества. Рядом с гроссмейстерами портреты пишут художники. Изобретатели представляют свои разработки. Рядом с детьми их верные помощники. И главная группа поддержки – родители. И семейные ценности – это ключевое в нашей жизни. Потому что каждый папа-мама, бабушка, дедушка хочет, чтобы внуки, внучки превзошли их. Вот эти ценности, проводя эти мероприятия, мы передаем молодому поколению. Здесь у каждого свой талант. Кристина Трофимова виртуозно справляется с флейтой. Коля Терентьев преподает мастер-класс по карате. Лев Гренадерский еще не пошел в школу, а уже выучил географию лучше 11-классника. Максим Козынкин в легкую назовет и опишет спутники Юпитера. Поверхность Ио покрыта кратерами, но Ио нет кратеров, из-за того, что вулканы все время не извергаются. Дай, пожалуйста, я тебе сделаю подарок от всего отряда космонавта. Это настоящая эмблема отряда космонавта. Да, можно тебе? Спасибо тебе. Калейдоскоп детского творчества. От спорта до музыки. Полноценный концерт для звездных гостей. Еще одно свидетельство тому, что в республике много талантливых и целеустремленных детей. Мне сказали, что я попаду сюда, я уже начала свое соло готовить и ставить себе другие элементы. Как новый элемент горизонт, угол и отжимания. Это мечта твоя обязательно сбудется, и все мы будем ждать, пока ты станешь чемпионом мира, но уже сегодня мы тобой гордимся. Подарки дети любят получать, а команда Первого канала любит их дарить. Сегодня, кроме большого праздника в Чебоксарах, гости привезли множество сюрпризов. Поверьте мне, самое главное, что они улыбались, и ты видел такую искреннюю радость в своих глазах. Это, пожалуй, наверное, самое дорогое, что может быть у взрослых. Это детские улыбки, это их здоровье, это их радость. На память у ребят остались подарки, живые эмоции от общения и заветные фото с известными людьми нашей страны. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.